вот если бы мой карп стал линем, цены бы ему не было. А так? Обычный карп. А попробуй мне только. Попробуй мне только. Угу. Туда пусть идет, сколько хочет. Обратно только не надо. Парни, у меня что-то есть. Угу. 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 Давай. Как там дела у моста? Нормально все? Порядок? Хитрая рыбка. Ты бы у разработчиков спросила, что там же ж все, тупик. Они тебя не предупредили. Ну, пожалуйста. Стоишь теперь там у стены. А я потихоньку подкрадываюсь. Подкрадываемся. Нет, я ж не корысти ради. Ну и вообще, это же не я придумал, что я не виноват. С другой стороны, на вьюнке-то только рыба может за дамбу уходить, а игрок будет стоять там. Вернее, как стоять? Игрок туда не подойдет, поэтому рыба его размотает. Поэтому тут один-один. Там рыбы юзают эту тему, а тут игроки. Рыба, чё ты так упираешься? Иди сюда. Вторая, по-моему, тоже звенит, да? Не, это сверчок звенит. О, Эрик, не шути. Сборки. Сейчас, подожди. Сейчас дай поставлю удочку, покажу сборку. Да, ну рыба решила меня это проучить, типа, да, ну сейчас я влево пойду. Влево-то шансов у меня немного. Влево-то она меня размотает. Я чуть ближе к ней подойду. Чуть-чуть. Обязательно, Эрик. Да я шучу, конечно. Конечно. Ладно, в красненьком постоим чутка. Ой, Владимир. Я думаю, это карп. Хлинь.
На линя, мне кажется, не это. Да в том-то и дело, да. Я думаю, что красненький меня уже не это самое, не испугает. Да, вторая донка тоже орёт. Я к нему просто буду подкрадываться потихоньку туда. Буду надеяться, что он эту тему не просечет. Но вот он потихоньку начинает на 25. Я его все равно не подтягиваю даже на 25. Ну давай. Вторая донка разрывается. Ну я тоже, мне что-то кажется, что это карп. Тоже начинает уходить. А ты куда, собственно? Ты, собственно, куда решил? А ну, всплывай. Давай, всплывай. Вот если он всплывет, если мне удастся его поднять над поверхностью морду его, то все, он уже ничего не сможет сделать. А ну-ка, иди сюда. Ну, карп, конечно. Чушь. Конечно, карп. Иди сюда. Вылазь. Передоросль. Иди сюда. Не-не-не-не-не-не. Не надо туда-сюда. Не надо, не надо. Все. Все, подняли морду. Ну куда? Ну ты не понял. А что сейчас было? Иди. Нет, он. Да дотянись ты до него. Во! Вау! Ничего себе! То я теперь поверил. Да ладно! Я скрин с удовольствием сделаю. Так подожди, я на медвежку могу ехать с такими-то показателями. Серьезно. Мы там не на карпа играли, не? У нас турик не на карпа, на линя, да? Точно? Бегу, бегу, доночка, бегу!